включил? На конкурс «Дети читают стихи». Специальная номинация «Я пишу стихи». Новикова Елизавета, мне 10 лет. Город Новосибирск. Автор Новикова Елизавета. А нужно ли о вонах написать? А нужно ли о вонах написать? А может быть, лучше о них и не знать? А может быть, лучше забыть поскорей о том, что убили отцов, сыновей? Но если ты хочешь и можешь, изволь, всем выплесни в душу за родину боль. Сказать про войну, про погибших солдат, про тех, чьи останки забыты лежат. Хотя вы, наверное, могли бы сказать, что тем, кто не видит, войны не понять. А может быть, что-то и дрогнет в душе, и следующих войн не будет уже.